Вспышка кори зарегистрирована в Одесской области. Такого уровня заболеваемости в регионе не было с 2006 года. В областном лабораторном центре сообщили, что 214 человек уже заболели корью. У 73 подозревают наличие заболевания. Группой риска, как всегда, остаются дети. Это 70% заболевших. Хотя стоит отметить, что возраст болезни вырос до 65 лет. Вспышку заболевания связывают с отказом родителей вакцинировать деток. На территории Одесской области подъем заболеваемости мы отмечаем в текущем году где-то с марта месяца. Значит, 287 подозрительных случаев, из них 193 – это дети. Самая эффективная защита от кори – это прививка. Ее делают детям в 12 месяцев и 6 лет. Если человек не был привит, шансы заболеть велики.